так вроде. Пиздец, блядь. Блин. Очевидно, этим цифрам стоит доверять. Так и утренние демонстрации, на которые вышли в основном женщины, это были женщины Кёльна, ну и из других городов Германии также приехали в Кёльн женщины. Ну давайте все равно. В честь праздника, естественно, приз от компании Биотики, стильный флеш-накопитель, который всегда придет на помощь твоей памяти, Софии, сохранить. Мигрант, значит, свидетелем этим пострадавшим тут же угрожает, что все было заляпано дерьмом и рвотой. А дерьмом это ваш.